Екатеринбурге разыскивают и, очевидно, скоро-таки найдут водилу-беспредельщика, который на парковке сбил пешехода с малым детем на руках. Более того, он после этого еще и мужественно и самоотверженно сбежал с места происшествия на глазах кучи свидетелей и камер наблюдения. Дело было вчера в половине восьмого вечера по адресу Шварца 17Е возле дирижабля. Неизвестный водитель на автомашине Mazda фамилия допустил наезд на пешехода, который в свое время переносил на руках ребенка 2 лет. Рулевой Мазды с семейным названием атаковал семью. Жена с мужем и ребенком на руках шла к своей машине, когда у маздовоза что-то клинануло. Сбитый мужчина уронил ребенка на капот машины. Публика вызвала на место и полицию, и скорую, врачи. Осмотрев ребенка, обнаружили симптомы и сотрясения головного мозга, и черепно-мозговой травмы, но в столь легкой форме, что сочли возможным оставить девочку лечиться дома с родителями. Скрывшегося водителя, оставившего после себя красивое фото с четким госномером, ищут, а очевидцев произошедшего просят. Лучше, конечно, лично явиться в ГОРГАИ на Степана Разина 20, ну или хотя бы позвонить по указанному номеру или по 02. При этом конфиденциальность вам гарантируется.